Всем привет, ребята, и вы на канале Катюшкины игрушки. И сегодня я снимаю влог, как ни странно. Сегодня я не в школе, сегодня я на больничном, я целую неделю на больничном. И сегодня у моей мамы день рождения, поэтому такой красивый наряд. Сейчас у нас уже почти обед, почти, вот. Сейчас я буду есть, наверное, и сейчас буду себе, пошла готовить себе яичницу. А ты прячешь глаза за фарами, и все идет чередом, как дорами. Твои мысли поют гитарами и тревожат душу минорами. А вокруг все гуляют парами и друг друга чувствуют порами. А ты прячешь глаза за фарами, и тебе непременно здорово. И сейчас я пойду уже, наверное, резать салаты, потому что уже много времени, и надо все быстро делать. Ребята, сейчас мы уже будем, садиться за стол, вот, поэтому да. Ребята, сейчас я уже пила чай. Не знаю, что сейчас буду делать, либо играть в слаймы. Не знаю. Итак, ребята, сейчас я уже, наверное, буду ложиться спать. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, как еще хотите видеть видео на моем канале. И всем пока-пока.